Ну что, поехали? Мы и не только. А родина и не только. Да. Да. Запоем с тобой на два голоса, полетим с тобой вдаль далекую. У тебя крыло, у меня крыло, там твое село, здесь мое. Объясню наперед. Если вдруг звук не появляется, вы мне сразу пишите в чат, что звука нет. Сегодня у нас великое ноу-хау. Необычный эфир. Необычный эфир. Сегодня с нами, помимо пташицы, будет много-много-много других исполнителей и просто людей, которые передают нам привет. Именно как видео-привет. Ой, очень много уже комментариев. Приветы-приветы. Приветы-приветы. Всем привет. Смотрит сейчас около 600 человек. Молодцы. Всем напоминаем, делимся ссылочки. Делимся копиром, отправляем друзьям, чтобы нас как можно больше народ посмотрел. Обязательно. И разделились с нами сегодняшний праздник. Немножечко про акцию, которая объявлялась нами перед нашей трансляцией. Акция «Ко дню России», мы решили объединить все наши творческие усилия, так как сейчас нету концертов, и мы очень скучаем, правда, поэтому хотя бы так решили обменяться приветами, обменяться опытом, какими-то песнями. Ну, в общем-то, вы сейчас все сами увидите во время трансляции, и помимо нашего прямого эфира будут включения наших друзей, творческих коллег. Будет здорово и интересно. И что, мы можем начинать, наверное? Ну что, смотрите, какие будут условия. Я буду, ребят, немножко приглушать звук, да, вы нас не будете слышать буквально несколько секунд. Я сижу справа, поэтому они сейчас все смотрят в мою сторону. Да, и будет звучать. Ну что, первый композитор, он немножко сам о себе расскажет. Ой, смотри, игрок. Исполнитель. Он немножко сам о себе расскажет, ну и приглашаем к просмотру. Пожалуйста, никого не судите строго. У нас есть и профессионалы, и любители, да, только слова поддержки, да. Это все в первый раз. Наоборот, всем спасибо, что отозвались. Да, очень много откликов было. И мы будем обязательно проводить такие мероприятия, наверное, еще и еще. И еще и еще. Да. Нам очень понравилось. Ну что, вперед?
Добрый день, дорогие друзья! Привет вам с берегов Волги из города Саратова. Я, Сергей Шалимов, хочу поздравить всех вас с праздником и пожелать творческих успехов замечательному коллективу «Пташица». Для вас прозвучит сегодня саратовская гармоника. Посмотрели ролик замечательного Сергея Шалимова из города Саратова, и он написал нам еще также целое письмо с просьбой, так сказать, поддержать его любовь к саратовской гармонии и обратить на нее внимание. Поэтому мы тоже вас настоятельно просим не забывать, что есть такой замечательный инструмент, а может быть, кто-то увидел его впервые. Вот, и на самом деле у меня тоже есть саратовская гармонь, не в очень хорошем пока состоянии, но надеюсь, что подвижки в сторону этого инструмента и в нашем коллективе случатся когда-нибудь. Вот, и мы тоже всей душой поддерживаем Сергея и всех остальных саратовских исполнителей, не только, кто играет на этой замечательной гармонике, поэтому очень здорово, что такие люди с нами. Да, спасибо вам, Сергей, за участие. Так сильно не приближать. Там уже пишут, что Ваня тут разнеслась. Большую полянку лесную.
А можно чуть-чуть комментариев почитаю? Да, конечно. Любовь Климанова. Ребята, вы просто супер молодцы. Большое вам спасибо за ваши песни, за концерты, комментарии, которые... Уже убежал комментарий от меня. Так. Молодцы, очень хорошо смотритесь. Девчонки вообще выше всяческих похвал. Люба, Юрий Баланчук. Спасибо. Спасибо. Пенза пишет спасибо Шалимову. Спасибо. Почти земляк. Да. Глинка и Волжский нагреж в сочетании до Носоратовской гармоники. Здорово, Галина Малышева отметила. Спасибо вам. Александр Белов. Я сейчас на вахте в Москве. С удовольствием вас слушаю на работе. Привет, мои родные. Мородным в Мордове, Беловым, Босиным, Лужкиным. Ура! Ах, любимая пташца, зажигай, Вера Багмет. Шикардос пишет, вы супер. Песню Иван сочинил? Дарья Зотова спрашивает. Нет, эта песня сочинена другими людьми. Народом. Народом, да. Мы привыкли слышать ее в исполнении Юрия Щербакова, да, взяли из его репертуара, но вообще... А он взял из народа. Да. Кто смотрит ВКонтакте? Как всегда, я предлагаю вам перейти на YouTube, да, потому что ВКонтакте я узнала такую систему буквально час назад, что можно написать в техподдержку, и они как-то усилят наш прямой эфир, но я это, ну, они там нужно заранее писать, предупреждать. Над этим мы поработаем, а пока что лучше качество на YouTube, правильно да. я понимаю? Да. Пишут, что звук хороший, уточните, пожалуйста, у всех ли хорошо слышно. Хватит ручку еще. Вот ручка, покажи. Сергей Зубанов пишет, Вероничку зажали. Там, может, пересадить ее куда-нибудь? Не переживайте, все в порядке. У меня тут еще очень много мест. У нее много других забот. Да. Ирина Плисова, дорогая пташца, молодцы. Включите в свой репертуар, пожалуйста, песню «За окошком свету мало». Хорошая песня. Ой, да. Я думаю, что мы обязательно это возьмем на заметочку и либо исполним сегодня, если останется времечко, либо обязательно исполним ее в другой раз, потому что, ну да, она чудесная, согласна. Вероника, запомни. Есть? Для окошка да. Нет, листочка нет. Каждая встреча с вами подарок душе. Пишет. Спасибо, очень приятно. Ну что, вот это уже из других стран начинает нам писать, помимо России. ВКонтакте. Ура! Когда будет диск? Хороший вопрос. Нам осталось его только свести. Но это, к сожалению, процесс не быстрый. Мы говорим одно и то же каждый раз. Но да, мы записали вроде как все нюансики, про которые мы говорили в предыдущих трансляциях, они доделаны, но свести диск тоже... Зависит не только от нас, еще работа специалистов, которые занимаются звукозаписью. Ну что, ребят, мы продолжаем привет и переезжаем на юг нашей родины. Краснодар, если я не ошибаюсь. Да, мы переезжаем в Краснодар. Все внимание на экраны. Еще один ансамбль нам передает привет. От ансамбля народной песни «Родня», город Краснодар. Мы от всей души поздравляем вас и вообще всех слушателей, зрителей, да, онлайн-зрителей, с этим замечательным праздником, с Днем России. Желаем вам мирного неба над головой, всего самого наилучшего. Пусть вы будете счастливы, здоровы и улыбчивы. Разлетайтесь, сокол.
Уралы, мои славные сыны, сохраняйте дом родной, защищайте край святой. Славься, русская земля, ты Россиюшка моя. Слава дедам и отцам, сыновьям и дочерям. Слава дедам и отцам, сыновьям и дочерям. Да, ура! Спасибо ансамблю «Родня», спасибо, спасибо. Краснодар! Спасибо Елене Гуляевой, которая написала эту песню. Да, на самом деле мы познакомились с замечательным руководителем этого ансамбля, молодой, прекрасной Анастасией Нечитайловой в Москве на одном форуме вузов, который проходил. Вот, и так получилось, что мы обе с ней руководители ансамблей, и очень здорово, что такие молодые ребята, девчонки, поют и традицию тоже, и обработки, и так же, как и мы, любим, в общем-то, народную песню. Mm-hmm. Любят народную песню. Да, мы с Настей, вот, правда, чуть-чуть раньше познакомились, да, чем я. В 2010-м на конкурсе. Настюшка, привет! Она вам пишет привет! Ура! Настя, привет! Передавай большое привет своему ансамблю родному, да, «Станичники». Еще помимо того, да, она еще училась до этого в ансамбле «Станичники», станица Новопавловская, по-моему, Краснодарский, да, Настя Край, если обманул, прости, пожалуйста. Все равно передавай всем привет. Еще объединяет нас то, что мы, наши ансамбли, обладатели гран-при фестиваля «Душа Баяна». А, да, точно. Мы хотели, так что мы, а разве... где-то встретимся. Да, флаг. У нас есть флаг. У нас есть флаг, у вас есть флаг. Все дела. У нас есть флаги. Так что, ребята, благодарим вас тоже за участие. Да, и для вас в том числе, и для всех жителей Краснодарского края, и не только, у нас есть сегодня сюрприз. Комментарии с Ютуба. А, родня-то, ну ничего, так. Да. Отлично, Краснодар, молодцы. Только фонограмма тиховатая. Лягушки перекрикивают за естество на природе, но спасибо. Да, зато все натурально. Натурально. Вот, у нас есть сюрприз небольшой такой. Мы очень любим одну песню и решили ее спеть и вспомнить. В общем-то, ребятам она знакома 100%. Да и многим любителям народной песни и кубанского хора в том числе. Называется она «Солнце на Зенька». Вот. Мы, конечно, понимаем, что исполнение этой песни образцовое с замечательной солисткой Мариной Крапостиной, но мы постараемся рискуем. Рискуем получить по шапке, но очень хотим. Очень хотим получить. Очень хотим исполнить. Не буду вас уже сбивать, поменяем. Сонце низенько, вечір близенько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько. Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько. Спішу до тебе, та й не застану. Спішу до тебе, та й не застану. Вийду на гору, та й плакать стану. Спішу до тебе, та й не застану. Вийду на гору, та й плакать стану. Голуб, голубчик, голуб сизенький. Голуб, голубчик, голуб
скажи, голубчик, де ми миленькі? Голуб, голубчик, голуб сізенькі, скажи, голубчик, де ми миленькі? А твій миленький там за рікою, а твій миленький там за рікою, склонив головку, стоїть з другою, а твій миленький там за рікою, склонив головку, стоїть з другою. А як дівчина про це почула? А як дівчина про це почула? Легла на землю, навік заснула. А як дівчина про це почула? Ой, біжить милий мостом длинненьким, ой, біжить милий мостом длинненьким, накрив милую платком біленьким, ой, біжить милий мостом длинненьким, накрив милую платком біленьким. Ставай, мила, я довольно спати. Ставай, мила, я довольно спати. Як ми гуляли, будем гуляти. Ставай, мила, я довольно спати. Як ми гуляли, будем гуляти. Не встану, милий, гуляй з другою. Не встану, милий, гуляй з другою, бо моє серце вже під землею. Не встану, милий, гуляй з другою, бо моє серце вже під землею. Ви самі тащите, да? Мы волнуемся. Было красиво. Илья Квал. Я с Украины, дякую за песню. Как красиво, как же красиво, девочки, молодцы. Спасибо большое с Украины за песню. Какие замечательные голоса. Песня за душу берет. Дмитрий Смирнов спрашивает, а интересно, у вас на листочке тоже на украинской мове? На английском. Да. Что же вы, ребята, душу так рвете, реву, Людмила Луговая? Ой, ребята, мурашки по коже. Ох. Хорошо на украинском, а на белорусском поете? Эх, ма! Нет, на самом деле, это наш минус, мы знаем об этом, обязательно выучим. Мы обязательно выучим. Да, мы на нас сегодня есть привет из Беларуси. На белорусской мове как раз. И мы знаем, что огромный процент комментариев вообще просят песню. Консил як, ну вот у нас ясь. Ясь? А у нас як. Ну ладно, я не раскрывать. Так могут петь только асы. Светлана вам пишет. Фантастика. Это премьера, надо сказать. Да. Спрашивали, упустила комментарии комментатора, когда вы успеваете учить песню? Ночью. По ночам, да, ребята. Ночью, да, не в 3 часа, Ули, мы тут выезжали. Кто-то же написал, трудоголики. Не в 3 часа. Вопрос, когда ближайшие концерты? Ну, я думаю, тут ответ очевиден, когда мы все выйдем из режима самоизоляции. Да.
который уже разрешат. Надоел, который уже. Концерты, тогда мы поедем. Вы сводите с ума, ты чего же не подражаемый. Спасибо большое. Ну что, пришло время еще одного привета? Да, супер-сюрприза. Супер-супер-пупер. Супер-пупер. Да, а кто это вы сейчас сами увидите? Ставки, ставки, может, там что-то угадать? Так, ну что, я выключаюсь. Ребята! Привет! Привет! Дорогие наши и любимые ансамбль «Пташцы» солнечной Самары и, надеемся, ваш солнечный Санкт-Петербург. Мы по вам очень соскучились и надеемся на скорую встречу, да? Конечно. Мы поздравляем вас с праздником, с Днем России! России! И желаем в это непростое время быть едиными. Ведь когда мы едины, мы непобедимы! Как сильно сказано. Ну, а мы хотели бы продолжить ваш музыкальный концерт своей песни. Песни про гармонь, про Россию. Давай! Специально для вас. А чего в России любят под гармошку петь народ, ай без нее бывает худо, и за душу берет, ай без нее бывает худо, и за душу берет, то я в России жизнь не сам, а в России жизнь не мёд. Все равно гармонь играет, все равно гармонь поет, все равно она играет, все равно она поет. Ты играй, гармонь моя, веселее пой душа, чтобы сердце распахнулось, как гармонь на все века. То в России без березки, без гармошки заводной жить и грустно и тоскливо будет летом и зимой. Жить и грустно и тоскливо будет летом и зимой. Уважение почет, кто-то в армию уходит, кто-то дочку выдает, кто-то в армию уходит, кто-то дочку выдает. Эй, будут проводы, свадьбы веселись, гуляй, народ. И опять гармонь играет, и опять гармонь поет, и опять гармонь играет, и опять гармонь поет. Хороша Самара наша, ни деревня, ни село, а девчата здесь все краше, это знают все давно. А девчата здесь девчата знают все давно. И на празднике на нашем селе поет и поет. Гармонист, подай-ка шару, ноги сами в пляс идут. Гармонист, подай-ка шару, ноги сами в пляс идут. Ты играй, гармонь моя, веселее пой душа, чтобы сердце распахнулось, как гармонь на все века. Чтобы сердце распахнулось, как гармонь на все века. Играй, гармошка! Ух ты, это уже лишнее. Нормально. С праздником! И до новых встреч. В Питере. Это уже лишнее. Эфир. Ну что ж, друзья, вы сами видели, кто был сегодня с нами, ансамбль «Калина»! Наши любимые друзья, мы так скучаем.
Богата Россиюшка талантами. Это да. А, ребят, по поводу всех вопросов, где девочки, как новые исполнительницы, это все расскажет Калина, пишите им, они все расскажут. Они уже все давно рассказали, друзья дорогие, вы их сдали. В эфире солистка Катя, она с ними давно, просто она была в декрете, и в момент их успеха на телевидении в Ютубе, она была в декрете. Да, немножко пропала. Демографический. Все правильно. Калина, он молодцы, я пташицу люблю. Нормальный парень. Опс. Вы хоть понимаете, как вы талантливы? Не знаю, к кому это больше относится. Кому? Да, всем. Ко всем. Всем. Мы все талантливы. Поздравляем всех с праздником. Днем России. Да. Да. Кстати, почему не заметили? Знаете, почему? Сережа отбликивает белым. И поэтому не совсем понятно, что ребята... У нас почти триколор. Пытались показаться. Ну, типа синие джинсы. Синий, белый, красный. Мы, кстати, когда идет музыкальная пауза, включаем тоже канал. Ребята в это время читают комментарии. Мы проветриваем, потому что на улице уже жара. Ну, за окном там машины ездят. Шумненько. И танцуют. Да. Ну, сейчас еще одна премьера, наверное, да? Мы не пели? Да, по заявочкам нас спросили давно. Очень красивый романс. Называется он «То не ветер ветку клонит». С кем пойду теперь?
красиво. Светуля, голос обалденный, Игорь, Чеволев. Спасибо большое. Света Соловушка, вместе Соловушек, стая. Стая Соловушек. Да, я тут упомянула погоду в Питере. Пишет, что у нас в Пензе второй день подряд гремят грозы со шквалистым ветром и градом. Но с любимой пташкой Калиной на душе солнечно, радостно и легко. Галина Малышева пишет. У нас, кстати, тоже был в Питере жестко. Угу. От нас, видимо, к вам переползло. Да. Здравствуйте, спасибо за прекрасные песни, за вашу инициативу подключать к эфиру других исполнителей. Это замечательная идея. Сегодня качество картинки изумительное. Привет из Германии, Елена Смирнова. Директор! Что директор? Я настроена. Это Ариша. Жена директора. Мы поняли, кто голова, кто шея, да? Когда все отсюда. Чита разума, в общем, сегодня старалась по полной программе. Уже. Да, мы просто сегодня старалась, вчера старалась. Да, много-много да, раз. Да, где вы спали-то в итоге? Поймите, что человек больше любит похову, чем я. А, хорошо. Лучше все на нее валить. Спали здесь мы на диване. Ну, нам хотелось место его расправить. Ты молодец. В условиях затяжных южноазиатских муссонных дождей слушать вас как бальзам, дающий надежду сквозь... что скоро все нормализуется и откроют аэропорты Александра Гаврилова. И города. Художественно, как написали, красиво. И мы купим самолет, и все будет нормально. Моя бабушка спела этот романс. Спасибо, Галина Яковлевна. Очень красиво. Здравствуйте, моей бабушке было 5 июня день рождения. Ей исполнилось 90 лет. Обалдеть. Она очень любит народные песни. Если не сложно, можно для нее песню. Конечно, обязательно будет. Следующее будет. Все песни посвящаю. Тетеркина написала. Серега что-то оброс. Ну, парикмахерский-то. Наработали. Прическу, все, нормально. Сейчас, Серега, после трансляции возьмем ножницы. Налочно. И еще одного Серегу тоже. Хорошо, у тебя так запросы-то выросли. От микроавтобуса до самолета. Да. Так я все время хожу тут бегать мимо вертолетной площадки. Ну почему? По ней угнать? Ну что, у нас на очереди еще один привет. Да. Заговорили про мальчиков и привет от мальчиков. Можно сказать, сейчас все сами скажут. И будет немножко... Ну, ребят, прокомментируют. Так, ну что, поехали. Поехали. Здравствуйте, девчонки, здравствуйте, мальчишки. Вот, несмотря на то, что вы сменили название, от этого вы петь хуже не стали. Будь вы... Цветень, будь вы... Пташица. Для нас вы самые дорогие и родные. И вот сегодня, в этот праздник, мы, ну, очень и очень хотим вас поздравить с Днем России. Потому что вот из таких девушек, как вы... И парней. И парней, как мы с тобой, да? И парней, как Ваня и Сережа. А, вы, да, вы, ой, вообще душа люди. Вот. Сбил меня с мысли. Одним словом, мы вас сердечно поздравляем с Днем России. Ну, самое наилучшее пожелание выскажет вот молодой человек. Не болейте, не старейте и приносите людям радость, несите людям радость. И пойте, пойте и пойте. Мы с вами всегда. Мы вас любим. Пока. Вы в эфире. Ура! Спасибо нашим друзьям. Уточните, кто это и как они смотрят. Это мои земляки, ансамбль «Сельский Зорис». К сожалению, не все смогли присутствовать на видеообращении. Да. Там есть еще солистка Жанна Окунева. И еще есть наш любимый Валера. Валерий Лапшев. Не все смогли быть, но мы очень рады. Спасибо вам огромное, друзья, за ваш привет. Да, мы вас помним, любим и ждем встречи. Да. На самом деле, кроме идеи того, что вот сделать что-то такое масштабное, чтобы со всеми встретиться в прямом эфире, да. Нам было прежде всего приятно смотреть ваши видео и вообще со всеми здороваться. Мы прям сидели, смотрели и такие: привет, привет! Только это и можем сейчас делать, да. Спасибо вам огромное, правда, это невероятное ощущение. Ну что, теперь еще один видео-привет, а потом уже снова ребята споют. Пока-пока, до встречи через песенку. Там тоже ансамбль расскажет все сам о себе. Мы приветствуем ансамбль «Пташец». Сами мы из села Ключевского Ставропольского края, ансамбль «Былина». Всех поздравляем с праздником Днем России. Звучит песня «Россия», автор
слов и музыки Елена Доценко. Огромное спасибо ансамблю. Спасибо, да. Ансамбль Балина. Мы рады с вами познакомиться. Рады послушать гусли. Замечательно. Спасибо за ваше участие, да. Это Ставропольский. Будем да. дружить. Ставропольский край, ансамбль Балина. Богата Россия талантами, пишут. Гусли поют вместе с девчатами. Красота. Гусля колорит. Правильно. Сколько талантов в России. Ну что? Готов, мама моя, вся ее шея.
сорвало на третий раз. Тихо. Так задумалась. Обожаю ее. Такие динамики. В комментариях, ребята, вы сегодня такие красивые. Ну да. Андрей спрашивает, Андрей, обычно они страшные? Точно. Ольга, спасибо, да, они сегодня красивые, нормально. Ну, нормально, красиво. Замучили, тут очень жарко, температура накаляется. Становится жарко-жарко. Еще комментарии про гусы. Так горячие, но они становятся еще горячее. Ваня! Шутник! Что же еще нам для счастья? Аж слезу пустил. Жги, Ваня, давай, Ваня. Подожжем эту хату. Как вчера кто-то прислал комментарий на ютубе. Как жаль, что я не умею так жарить на гармонии. И времени-то нет учиться. Так, браво и задор, хочу к вам привет из Казахстана написать, привет всем, кто смотрит нас, отсылайте ссылочку о нашей трансляции. Так, я думаю, что сейчас время еще представиться вам. Ну да, вдруг кто-то включил впервые, у нас присоединяются новые зрители, и это чудесно. А пока ребята представляют, кто их уже знает, давайте мы поделимся ссылочкой, да, отправим друзьям. Трем друзьям можно отправить в WhatsApp ссылочку. Можно всем дело найдется, друзья. На страничку себе репостнуть. В общем, пока ребята говорят себе. Давайте начнем. Давайте начнем с общего края. Ансамбль «Пташица» для вас. Город Санкт-Петербург. Да. Основная база рация, да, наша. Иногда нас мотает по стране. Да, приехали мы все сюда из разных уголков России учиться вместе в институте. Там познакомились, там полюбились. И вот как-то так сложился коллектив. Все как-то вот само собой, как пирожочек слепился. Да. Судьба, судьбинушка. Да? Итак, и Светлана Кошелева. Да. Я Светлана Кошелева из города Северодвинска, Архангельской области. Северодвинск закрыли на карантин, Печаль. Наш дорогой директор Иван Викторович Разумов. Родился в Кировской области. Село Монастырское. Улица Солнечная, все уже знают. Юрьянского района. Да. Вяночный парень. Да, наша Вероничка, наше солнышко, наша южаночка, Вероника Курбан-Мамадова. Папа, привет. Кировская область. Богата Грибановский. Длинная фамилия. Зато, знаете, скоро поменяю. За столько лет я говорю ее просто как профессиональный конференсье. Вероника Курбан-Мамадова. Естественно. Личка Брагина, художественный руководитель. Сейчас все сразу. Лия Брагина. Вопрос, почему играет только Лия, Ваня на гармошке не может сыграть. Лия просто профессионал своего дела, она золотая гармонистка России. Да. У нас иногда так получается, да. Но вы не обессудьте, пожалуйста. Просто у нас на гитаре изумительно играет. Ну а как? Ваня не разучился. Это все на пользу. Пока она играет, я учусь. Просто как же? Вот этот талант-то куда девать? Вот это вот и гитариста куда девать? Ну и я ехал дальше всех. До Питера. Да мы бы тебя представили, солнце, наш Серёжа. Да надо уже переходить дальше. Не торопись. Зовут меня Сергей Лебедев, Ленинградская область. Сам все сказал вообще. Село Лебедево! Или деревня? Село? Деревня. Деревня моя. Да. Еще напоминаю, что у нас есть сайт garmoshka.online. И точно так же garmoshka.on у нас есть инстаграм-аккаунт. Сейчас я знаю, что многие уже стали регистрироваться в инстаграме, потому что молодежь там сидит. Там очень много сториз, закадровых съемок. Присоединяйтесь, там есть много интересного. Все, что есть за кадром. Да и также... Всякое личное не приключилось. Про диски можно напомнить. Диски закончились. Партию следующую, пока я свою не сделал, можно купить ссылочку. Электронную. Электронные файлы. Да. Так что... Интересно. Сергей, привет из Колтуши. О! Андрей Солнце пишет. Лия и на балалайке неплохо играет. Спасибо большое. Лия у нас могёт всё. Я стараюсь. Светлана прям светик-синцветик, красотулька. Спасибо. А Вероника, как всегда, прелестна. Аж с... Я сияю. Аж со мной бы на гитаре, вы бы зажили. Вот, видишь? Жаль, не умею на гармонии, но я не люблю. Неправда. Прическа бай Вероника Курбан, мама. У меня тоже. У нас отличный парикмахер. Сережки бай Лия Брагина. Все забыла. Себя принесла. Молодцы, ребята, низкие. Вам поклон. Отправила 5 ссылочек. Спасибо большое. Всем, кто отправляет ссылки, большой поклон. Плюсик вам в карму.
Ну что, у нас следующий добрый... Такой вопрос, кто сегодня делает Светлане предложение. Да-да, дорогие друзья. А это вы увидите дальше. Вакансия открыта. Каждую трансляцию. Присылайте нам ваши видеоролики, мы все отсмотрим. Там будет один. Давайте подавайте в личку. Чуть попозже. Вероники Курбан Мамадовой. Это профессиональная... Она начала это голосование вообще. Это ее акция. Так, ладно, мы переходим к другому нашему, к следующему. Наконец-то, да, привету. Да, это тоже, опять же, дорого-любо. Да, наш дорогой друг... Не будем говорить, кто, вы сами увидите. Наяривай! Смотри. Привет вам от Алексея Воронцова из села Красноборск Архангельской области. Я хочу поздравить всех вас с праздником, с Днем России. И прозвучит пьеса моего земляка Сергея Сметанина «Как по морю». Ангельскими мелодиями. Да, замечательного Сергея Сметанина. Земляк. А можно я скажу сразу один комментарий? Саша Поляков, кто не смотрел предыдущую трансляцию, он не входит в состав ансамбля «Пташица» официально. Он просто творческий друг. Он живет и работает в городе Вологда. К сожалению, у него сейчас сессия, и он точно нам не прислал видеоролик. Если вы сразу расстроитесь! Сразу расстроитесь, выключите эфир, то... Простим вас, но его честно не будет. Мы с ним разговаривали, он передавал всем привет, но не смог записать из-за сессии нашу. Привет. К сожалению. Да. Алексей, здорово, браво, Алексей Воронцов! Архангельский, Вологодский, Новгородский — это настоящие русские люди. Туда монголы не дошли, оттуда Россия возродилась. Слава! Монголы дошли до меня, все в порядке. Пензе пишет: Алексей Воронцов, брависсимо, Галина Малышева. Алина, у тебя там что-то выпадает? Да я знаю, полотенце. Надо вам полотенце выпадать? Нет, не надо. Сам уже его. Нет, я положила, кстати, хотела дать вам. Ну что, песня? Песня.
Да, вы давно просили из стареньких хитов. Поехали. Зачем ты, весна, так спешила? Зачем бушевала в тиши? Кружина, 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 ронять лески не спеши. Кружина, 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 лебеси не спеши. Голубушку служила, мысли все запутала мои. Хоть идешь красиво ты, кружина, но нормален я и троим. Зачем спешила, зачем бушевала в тиши? Кружина, 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 ронять лебеси не спеши. Между батареями сижу. Да. Помню трансляцию, когда вы исполнили ее впервые, теперь как старенький хит. Да. Эх, как время бежит, я вас люблю всей душой, обнимаю крепко каждого и надеюсь на встречу. Кристина Савенкова. Спасибо, Кристина. Ну, порадовали душу и сердце. Светлая память Александру Дмитриевичу Заволокину. Ничего страшного. Ай да крушина.
Передайте, пожалуйста, ребятам привет из Тульской области. Спойте, пожалуйста, какую-нибудь песню из репертуара Василия Вялкова. Счастья и удачи вам во всем. Василий Бурков. Спасибо. Постараемся исполнить. Что сегодня случилось, Вероничка? Грустная? Ребят, я не пойму никак. Вам грустно, плохо, весело, плохо. Средне тоже плохо. Я разная бываю. Я же женщина. Настоящая. Такая разостранная. Да, такая. Сейчас просто пойдет в камеру. Ребят. Сидит прям по центру. Да. Камера падает. Драка. Пташица дерется. Господи, да как красиво, здорово, милые. Здоровья, удачи, побольше вам подписчиков. Вы моя невообразимая любовь. Наталья Шохина. Спасибо большое. Зажигалочки задорные, веселые, любим вас. Привет из Смоленской области, город Вязьма. Спасибо за ваше творчество. Андрей Яриновский. Привет. Спасибо, Смоленская область. Спасибо, Андрей. Личка, возьми зеленую гармошку и ко дню России сыграйте и спойте «Небо над вами». Олег Лесников. Мы запишем. Запишем. Стенографирую. Да. Забыл, как пишется. Небо. Вероника, тут все вспоминают про твою гитару. Да что хоть такое вас все зацепило? Я не умею играть. Валяй сольный эфир. Авторские права. Я тебя позову, чтобы ты меня подыгрывал. Чтобы он наверняка состоялся. Ты знаешь, ты за гитару возьмешь следующий эпизод. Вероничка, что-то ты совсем не поешь. Как Ваня на гармошке не играет, сейчас на гитаре все. Ну ладно, всем не угодить, Максим. Одна я вам глаза замозолила, я поняла. Главное, что мы от тебя писали, все в порядке. Ну, надеюсь. Да нет, мы все шутим. Видите, как живенько у нас получается. Да, Вань? Молчишь, сидишь, думаешь, когда этот курятник замолчит. У нас в этот раз все продумано, нет, как мы и просили. Еще не Забайкалье. Еще не Забайкалье пока. Еще поближе и пока поедем. Да. Ну, как сказать, поближе. Город второй Брянск. Второй ведущий сегодня не это. Ну, жарко. Тоже жарко. Ничего страшного. Итак. Город Брянск. Привет оттуда. На связи. Да. Город Брянск. Включаем. Пау. Реакция. Правильно. Лапс выходит. Дорогая наша пташица, огромнейший привет вам от ансамбля «Малиновка». Поселка Опытная станция Новозыбковского округа Брянской области. И поздравляю вас с этим праздником, ну как же без русской песни. Шуточная песня «Шишечка». Мишка думал, то обманул.
области. Мы рады знакомству. Ну что, мы около. Замечательный ансамбль «Малиновка». Прекрасно. 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 Привет с Украины, подписанные на вас с нетерпением. Жду ваших посиделок, творческих успехов. А мы вот они. Девчата, мы вятские. Неужели вас не поздравят? Они тоже не поленились. Не смогли. Не случилось. Брянск, Малиновка. Отлично, спасибо, Игорь Червалюк пишет. Пенза пишет. Тупташцы с Малинкой сегодня классный пересвист. Класс. С Малинкой? Малиновкой. Ансамбль Малиновка. Молодцы, ансамбль Малиновка. А что? Что-то у нас около. Следующая песенка, да? Не Брянская область, конечно, а Белгородская. Наша любимая. Да. Подружки, паранюшки мои, вы придите, посидите у меня. Ох-ха, ох-ха, ох-ха-ха, вы придите, посидите у меня. Вы придите, посидите у меня. Подумайте, погадайте обо мне. Ох-ха, ох-ха, ох-ха-ха, подумайте, погадайте обо мне. Подумайте, погадайте обо мне, про мое горе несчастье. О-о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 -
несчастье, мое горе горевалице. О, кака, мое горе горевалице. А я кто ж да проехал на коне, а я кто ж да на вороного. Николаюшка проехал на коне, Николаюш на вороного. Николаевич на вороного. Он ударил копьем во ворота, и повыди, государушка, сюда. Ой-ля-ли, ты повыди, государушка, сюда. Я не выйду на тебе, я сердита на тебе. Я сердита на тебе, долго с вечера гуляешь без меня. Долго с вечера гуляешь без меня. Класс! Вы скачали, да? Да! Привет, привет, Белгород! Да, любимый, дорогой, скучаю. А Абижун у нас нашел. Абижун. А кто Абижун? Тимон Херкуля. Пожалуйста, песня «Я не буду больше молодым». Сказал, его комментарий не прочитала я, и он ушел, видимо. «Я не буду больше молодым» — это что, Есенин? Это кто? Мы не знаем такой песни, к сожалению. Мы не все это песни знаем. Это строчка из песни, по-моему. На самом деле, я понимаю людей. Есть ощущение, что мы все песни знаем из трансляции в трансляцию. Что-то новое. Сами уже от себя... Даем повод. В шоке. Но, да. Из репертуара Михайлова даже ни одной песни. Ты по-любому знаешь. Ты просто молчишь. Слова не даю. Ай, молодца, порадовали старика. Спасибо. Большое спасибо, золотая. Подружки, 58 лет, приветствуют и поздравляют с праздником. Подружки, будьте здоровы. Поздравляем с праздником. Объединение хорошее. Страна Россия. Да. Большая Русь, Родина. С праздником. Браво, ай, молодца. Хорошо пошла. Так, следующий привет. Да. Да. Да, теперь мы все-таки уезжаем за Байкалье. Наконец-то. Чита. Сейчас будут просто красивые виды. Вот насладитесь так же, как и мы наслаждались, когда просматривали это видео. Вы видели, что автор уже смотрит еще до начала трансляции? Ура! Уже с нами. Да, очень здорово. Поехали. Дорогая наша любимая пташица, передаю привет из славного города Читы Забайкальского края и поздравляю россиян всех с праздником. И по этому поводу песня, написанная нашим земляком Леонидом Воробьевым.
работой мама. Витька говорит, что там Москва. Босиком стою и жду прямо. Мне лет 6 исполнилось едва. Мама занесла белье с мороза. Ах, как оно пахнет и хрустит. Оживают детские грезы. Отчего же сердце так щемит? Лапчатой рассвет бирюзовый, золотой закат над Читой. Забайкальский край мой суровый, навсегда мое сердце с тобой. Забайкальский край мой суровый рай, навсегда мое сердце с тобой. Удакана, от Чиполя и до тупика. Все исколесил я без обмана и сходил родные берега. Грелся на песках Арахлея, замерзал в полях под Перой. Мне гуранский говор всех милее. Ах ты мне, чудо, ты кого делаешь-то? Ну, полеги, да, с тобой. Над Читой рассвет бирюзовый, золотой закат над Читой. Забайкальский край мой суровый, навсегда мое сердце с тобой. Забайкальский край мой суровый рай, навсегда мое сердце с тобой. В детстве, когда все мы были боссы и всегда готовы к чудесам, был один ответ на все вопросы. Вырастешь, сынок, узнаешь сам. Вот уже друзей своих теряю, дни мелькают и бегут года. Что там за китовской сопкой знаю? Там течет родная негода. Над Читой рассвет бирюзовый, золотой закат над Читой. Забайкальский край мой суровый, навсегда мое сердце с тобой. Забайкальский край мой суровый рай, навсегда мое сердце с тобой. Большое спасибо за Байкальский край, Вячеслав Кузьмин. Замечательно. Мы очень хотим побывать у вас когда-нибудь в гостях. Ах, красивый край, вам надо там побывать, написали. Не жалею ни за Бог, не плачу, все пройдет, как с белых яблок. А, вот, Есенин, я же говорила. А, в Чите очень любят русскую песню, много коллективов. А сколько песен о крае и Чите написано? Я сейчас живу в Краснодарском крае, а 43 года жила своей жизнью, отдала за Байкалью. Очень красивый вообще. Природа всегда красива, виды прекрасны, красивые Забайкалье. Спасибо, Чита, спасибо, Вячеслав. Хорошее исполнение. С Днем России, Игорь Червалюк передает.
Дорогие друзья, я не просто так здесь одна. Во-первых, я очень хочу поздравить свою любимую мамочку с днем рождения, потому что сегодня у нее день рождения. Вот, она тоже близнецы, как и я. Мамочка, папучка, вам приветик большой от меня. Но это еще не все сюрпризы, мам. Вот. Я хочу спеть сейчас припевки Марьи Николаевны Мордасовой. Называются они «Завлекалочка». Ах, некрасиво, зато модно, ох, завлеку кого угодно, ох, ах, ай-яй-яй-яй-яй. А я наличка некрасива, у красавицы отбила, ты красавица сумей, у меня теперь две, ох, ах, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ах, мил, перемил, скажи окончательно, если любишь хорошо, не любишь замечательно. Ох, ах, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, хочу бросить, хочу забыть, как увижу, сердце болит. Ох, ах, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, на горе стоит аптека, любовь сушит человека. Ох, ах, ай-яй-яй-яй-яй. Я шутя не полюбила, и шутя осталась, я своих на вот. Шутя рассталася, у своих ворот на лавочке одна осталась. О, ах, ай-яй-яй-яй-яй. А я наличка некрасива, любит тебя не просила, не просила тебе я, люби, пожалуйста, меня. О, ах, ай-яй-яй-яй-яй. Эх, я покрою белый платок, милый скажет, расцвел цветок. Ах, ай-яй-яй-яй-яй. Купи, маму, мне платок, на всю голову цветок, а ныне мода на платке, на всю голову цветки. Ох, ах, ай-яй-яй-яй-яй. Предков. Молодец! Поздравляю родителей Ли с такой дочкой. С ума сойти, супер! Крушину вал, спасибо, еще написывают. Искрометная завлекалочка наша, Татьяна Алхвупина написала. Красавица, с днем рождения твою мамочку. Спасибо за такое чудо, Наталья Двоеглаз написала. Так, можно еще тут прочитать комментарии по поводу там, ранее. Как здорово вы придумали эти приветы, видеоприветы. Молодцы, кто откликнулся, это правда, большие молодцы, спасибо вам большое. Приятно всех видеть и слышать, с праздником всех, творческих успехов вам. Удмуртия, с вами Зоя Благодатский. Простите, я не... Очень приятное приветствие из Читы. Автор написал, спасибо, пташица, приезжайте в гости, очень приятно, что я к вам попал на эфир. Спасибо, Вячеслав. Спасибо, спасибо вам большое, да. Ну что? Теперь эту песню просили все. Много эфиров. Ставки? Ставки? Какая же песня? Барабанная дробь. Браво, Лия! Она уже убежала. Можно? Нужно. Нужно.
или назад воротиться, или жениться, или с коня выбиться, или назад воротиться. Вроде на озере, а жарко. А жарко вообще, как на море. Вы взорвали чат. Спасибо большое, дорогие друзья. Пишут все. Падал взгляд у меня на... У нас тут подсказочка планшета. Вот так вот все бежало. Да, сегодня чат включил, открыл. Так что мы тут тоже можем теперь почитывать. А я хотел просто... Как хорошо есть возможность услышать таких талантливых исполнителей. Ну, а девушка это кайф. Ваня и Сергею это шикардос. Да! Спасибо большое. Спойте еще, пожалуйста, тоже казачью песню «Ой, да ты калинушка, размалинушка». Мои дорогие друзья, вот смотрите, я все записываю, честно. У нас просто сегодня в какой-то веке наконец появился какой-то список песен. Я называю это строгая программа. Строгая программа, сценарий, как хотите, называйте, мне все равно. И мы стараемся просто идти сейчас по этому списку, потому что, видите, да, у нас песенка «Привет». Как только у нас все подойдет к концу, наша такая культурная программа праздничная, мы по своей возможности, да, песни, которые мы знаем, постараемся обязательно исполнить. Может быть, многие песни, которые вы называете, они уже есть в списке, и вы их просто дождитесь. Поэтому, Ваня, еще тебе вопрос задавали, сядь, просто на секундочку. По поводу красной гармонии, молодой человек очень много раз спрашивал, какой она тональность. У нас две красные. Сейчас, на которой играли, фа диез мажор. Да, а я хочу уточнить, если у вас есть какие-то вопросики именно по репертуару, по каким-то техническим вопросам, вы можете писать комментарии под любые видео. Ребята мониторят все комментарии, которые приходят, и они с радостью отвечают, если там есть поставленный вопрос. А за красивый, супер, спасибо, душевно. Браво, они ставят большие лайки и пишут спасибо. Спасибо большое, Ванечка и Сереж, браво! Спасибо большое. Да. А теперь переходим к новому привету, да? Да. Угу. Привет уезжает за границу. Да. 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 Ближнее зарубежье наше. Ближнее зарубежье. Привет вам от Вячеслава из Белоруссии. Хочется поздравить вас и ваших зрителей с Днем России, пожелать вам счастья, любви, благополучия и всего самого-самого наилучшего, а также подарить вам белорусскую народную песню «Ехал ясь на кони». Ехал ясь на коне, кося воду брала, ехал ясь на коне, кося воду брала, загляделась на яся, его чаровала, загляделась на яся, его чаровала. Касенька ты моя, напои коня, касенька ты моя, напои коня, ой, я коня поить не буду, бо я жонка не твоя, я коня поить не буду, бо я жонка не твоя. Хоть ты не жонка, а лишь каханка, хоть ты не жонка, а лишь каханка, напои мне коника, бо яму так жарко, напои мне коника, бо яму так жарко.
Коні воду п'є, п'є, ножкою б'є. Коні воду п'є, п'є, ножкою б'є. Утікай, Касенька, він тебе заб'є. Утікай, Касенька, він тебе заб'є. Хай забиває, хай він кусає. Хай забиває, хай він кусає. Я не буду утікати, буду я тебе кохать. Я не буду утікати, буду я тебе кохать. Їхав яся на коні, кося воду брала. Їхав яся на коні, кося воду брала. Загляделась на яся, його чаровала. Загляделась на яся, його чаровала. Спасибо большое Вячеславу Циркуну за привет из Республики Беларусь. Мы очень рады были знакомству. Приняли на заметочку вашу чудесную песню. Мы очень рады, хотим, что наша акция ушла за границу. Ты, на самом деле, сегодня, по-моему, единственный за зарубежный привет. Будем надеяться, что их станет все больше и больше в следующих трансляциях. Арина хорошо комментирует. Спасибо большое, спасибо. А меня спрашивали, буду ли я петь, у меня голос красивый. Нет. Мужская сила, пташцы. Ой, а какой? А без разницы. Суровые ребята, красавцы. А меня спрашивают, озвучит, сколько сейчас зрителей в эфире. Сейчас, одну секундочку, я обновлю эту историю. Нас сейчас смотрит 1607 человек. Мы запущены на двух каналах YouTube Ли и Ивана. Мы запущены в Фейсбуке на странице Ивана Разумова, в Одноклассниках, ВКонтакте Иван Разумова, так что можно там тоже найти ссылочки. И переслать. А может ссылку скинуть в комментарий? Скинь, да, вдруг. Ютубе, в чате, да? ВКонтакте. Может, люди не знают, где копировать. В чат. Ну, ссылка в ВКонтакте стоит прямо вот над видео, которое... Да, в адресной строке, если вдруг кто-то не знает. Вот. Ну, там есть кнопочка поделиться всегда. Ну, нет, правда, ребят, конечно, это занимает немного времени. Если вам нравится, и вы знаете, что понравится вашим друзьям, конечно, делитесь. Мы не заставляем ни в коем случае, но если вам нравится и вы с нами, то наверняка понравится и вашим друзьям. Да, тем более это очень поспособствует развитию нашего творчества, да, распространению его в массы, поэтому мы были очень благодарны. Лайки, 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 лайки. Это не просто такая штучка. Да, поэтому мы так часто об этом говорим, вы уж там на нас не ругайтесь, не сердитесь, но правда, это важно. Это важно именно вот технической стороны, это все помогает... Чем больше лайков на нашей трансляции, тем больше вероятность того, что она попадет в рекомендованные кому-нибудь другому. Вот как бы, собственно, чем вот больше так. Людей нас смотрят, тем скорее мы попадем на телевизор. Тем быстрее мы возродим русское народное творчество. И потом не будет этих сообщений. Вот бы вас по телевизору показывали, а нас будут показывать по телевизору. Да. Цель будет такая, правда. Спасибо еще тем, кто нам присылал информацию про... Господи, правильно ли я скажу? Про гранты. А, да, про гранты. Да, мы несколько заявок отправили, ждем, может быть, что-то нам перепасть. Ну, в плане мы участвуем за поддержку народного искусства, народные песни. И спасибо всем, что вы с нами, и вы тоже ее поддерживаете. А также спасибо за финансовую поддержку. Всем. Очень благодарны, да, тем людям, которые нас поддерживают. Да, сейчас на экране можно сделать скриншот, сделать фотографию быстренько, пока ребята не начали петь. Да, еще делайте фотки и видео своего просмотра как нас. Как вы смотрите, да, 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 мы будем выставлять, отслазия. Если будете отмечать Инстаграм, мы будем выставлять их в сторис, ну, в Инстаграме. В сторис в Инстаграме и еще в группе вокального трио «Пташица» есть отдельный альбом, там мы собираемся выставлять фотографии вас. На фоне нас. Да, вас на фоне нас. Да, правда. Да, нам нравится все, лишь бы с вами. Фоткайтесь, отмечайте нас, будет здорово. Спасибо большое вам, всем большое. Поем? Арина, здравствуйте, куда вам писать Кироскову? Пишите здесь, я это вижу. Спасибо. Спасибо всем большое за песню. Россияночка. Поем? Потом напишу на помощь. Сейчас, за секунду я выключу, чтобы там красивая запись была. Под дубом, дубом, под дубиною, там и сидел Oh.
расстрел как охотник убил голова голодного убил Там и голов много, там и голов много, выбери любого, там и голов много, выбери любого. Больше стало. Тысячу раз браво. Я всем спасибо. Поздравляем любимую пташку с Днем России. Самые лучшие пожелания из части творческого вдохновения. Слушаем вас в Беларуси. Исполните, пожалуйста, Васильки, да. Наталья Кольцова. Будут Васильки. Еще просили побольше? Несколько раз. Ой, малинки в речь. Малина в речь Талова. Россияночка. Вы Калина и Малина. Личка, самым добрым пожеланием из города Орла. Спасибо вам за душевный профессионализм. Успехов в дальнейшей творческой деятельности. Личку с прошедшим днем спасибо. Рождения. Личку всего лишь 3 дня назад день рождения. Она стала взрослой девочкой. Да. Днем рождения, Ли, с днем рождения. Поздравляют все твои друзья. Я был прямой счастье. Дости веселья. Все сегодня только для тебя. И для вчера питания. И послезавтра. И завтра, и послезавтра, и каждый да. день. Свет, держи себя. А балалайку дай мне. Балалайку, пожалуйста. Все что угодно. Жарко стало еще больше. Вань, дай мне мажор. Мажор. А это только середина эфира. Подписку, я так понимаю. Да. Да. Ваня. Вот так, да? Промокнул свои ушики. Ты сегодня без плавка? Ой, девки натопили вы, конечно. Поехали? Да! А под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой хаты,
Ай, поправить смотри за ее. А Вячеслав Циркун вам пишет: большое спасибо вам за возможность поучаствовать в прямом эфире. Спасибо всем за добрые слова. На моем канале много белорусских народных песен. Заходите, вон там выше Багойка. Браво, браво, брависсимо. Спасибо вам большое за комментарии. Опять же, надо, наверное, повториться о том, что мы их все читаем после. Рина, я не знаю, как ты успеваешь это делать из всех соцсетей, но что-то ты там вылавливаешь. Спасибо тебе за это. Вот, так что мы обязательно все прочитаем, вы не переживайте. Какое-то на ваше обращение входящее Минкультуры России направляет ответ. Это мы тоже прочитаем обязательно после. А сейчас пока что... Подождите, пожалуйста, да? Это не только прямой эфир, это объединение душ. Его дает Личка. Какой задор. Ночь такая заря на Галина. Ну, тоже причина песен, мы сейчас почитаем. Да, обязательно вот почитаем. Вот где душа народа, следим за вашими передачами. Не всегда, правда, в прямом эфире. Очень все нравится, вы молодцы, так держать. Хотелось бы услышать песню «Черная скорлупа». Угу, хорошо. Так, ну что, мы переходим к следующему привету, да, потому что нужно открывать, но нужно... Нужен переход. Нам нужен воздух, да. Так, ну что, едет Кировская область к нам. Ура! Пташица, привет вам от ветского гармониста Владимира Шаромова. Всех вас поздравляю с нашим праздником, Днем России! Спасибо большое вам! Ну что, за коня?
Огромный привет с подмосковных озер. Не перевелись еще гармонисты на Руси. Браво, Владимир! Спасибо, Вятская земля, Вань, твои соотечественники. Передают привет из Радыгина, город Советск, Кировская область, земля Владимира Егоршина. Привет, привет! Алло? Да. Кто-то просил васильки? Пожалуйста. Какой второй куплет? Я иду. А третий? Нет, для меня. Второй, для меня. Для меня второй куплет про мои глаза. Здорово, Владимир. Для меня. Я третий не пою, поэтому я не знаю слов. Ну что, попробуем? Второй для меня. Да. Пробуем. Разбились возле тихой реки. Свет васильков голубых. Красиво поете и простор такой в песне, такой полет. Юю вам написала. Вероничка, что-то я тебя не узнала. Как-то ты изменилась. Я похорошела просто. Она невеста. Она у нас невеста. Очень красиво, профессионально. Шедевр, песня класс. Владимиру пишет, что там остатки календаря. Здорово. Спасибо большое вам. Здорово, придумали с поздравлением. Да, присылайте на следующий эфир. Мы, может быть, все то же самое оставим, если вам это понравилось. Арин, спасибо. Песня замечательная, исполнение супер. А еще мы ждем просто привет. Да. Мы потом сделаем серийную подборочку, вот как Сереж там в промо-ролике у нас. Привет. Показывал пример. У нас будет скоро один привет пример, и вот мы ждем такие же. Спасибо вам, ребята, голоса золотые. Давно прошу песни «Ой, Калина, ой, малина, в речке там и вода». Записал. Привет. Друзья, все записано. Уже еще на 2 часа, да? Да, часов 5 будет трансляция. Ну, что делать? Нет. Назвался груздем, полезай у кузову. Да. Ну что, едем дальше? Да, едем дальше. Следующий привет у нас от Трио Сирень. Да, Трио Сирень. Да, и... Романтичное название. Девочки нам передают привет. Дорогие друзья, дарит вам песню о Воскресенске. Музыка Анатолия Ивлева, слова Марины Золотовой. Мой родной Воскресенск.
Для трио «Сирень». «Сирень», «Открытие», «Прелесть», «Молодцы», «Какие голоса», «Колокольчики», «Гимн Воскресенском», «Молодцы», «Девчата». Спасибо, девочки. Черемушка гнется, любить и придется. Что ждёт?
девки замуж, замужем не весело. Одна девка прожила и голову повесила. Ну что ж делать, ноги под сердце. Черемушка ловится, если познакомится. Черемушка гнется, любить не придется. Невеста советики узнает. Замужней. Черемушка гнется, любить не придется. Вот не судите вы меня, но я не осужена. Как гармошку я услышу, остаюсь без ужина. Ну что ж, дернем мы нож под сердце. Черемушка ломится, не с ним познакомиться. Черемушка гнется, любить не придется. Я надеюсь, что вы там поплясали на славу. Прям, да. Мы себе не можем пока позволить сцены. О, да. Зажигалочки какие, приятно вас видеть, всех добром здравии и красотульки. Девчонки, спасибо. Вы просто супер, душа радуется, слушая вас. Вероничка такая милая, артисточки. Браво! Мы стараемся. Вами, спасибо. Черемушки долгожданные, красота какая. Хатушки веселушки. Короночка. Короночка. Всем короночка, Ариша, тебе тоже короночка. Обнимаю вас, Лебедева Вера Анатольевна, город Москва. У вас светит солнце, так как вы поете, как наше солнце. Мы уточнили там комментарий выше от Светланы, пришла ли ваш там на чай с плюшками, да, пришла, если вы, Светлана Ивановна, Ваня где-то убежал, мы выясняли, уточняли. Спасибо вам большое и всем-всем, кто переводит сегодня и не только нам начать с плюшками. Все пойдет в дело. Не на плюшки. И в тело. Сдала. Ваня начал бегать, честно и правда. Лея тоже начала. Я хожу бегать. Вероника тоже начала бегать. Ну, Света еще не бегает, но она тоже уже активно хочет поддерживать нас. Прости, Свет, не смотри на меня. Мы поговорим с тобой после. А Серега, ты вообще ничего не сказал. В смысле? У меня лесопед дома. У него вообще, я просто знаю, что я единственная. Остаюсь красивой просто. Это правда. Сереж, да, купил тренажер себе велосипед. Но у него вообще дача есть, там кур кормит сегодня нас. Ну, куры у него там свои. Он огороды копает. Сегодня юбилей ветерана Вов Свист Петра Филипповича. Ему исполнилось 95 лет. Поздравляем вас, здоровья, крепкого здоровья вам. Пивуни с большой буквы, смотреть и слушать вас хочется бесконечно. Спасибо. Нам очень приятно. Да. Давай, Сереж. Следующий привет от нашего друга Алексея Переверзева. И еще я немножко являюсь его учителем. Но он на самом деле там скажет об этом. Слушайте. От Алексея Переверзева из города Всеволожск, Калининградской области. Ребята, поздравляю вас с Днем России, здоровья вам, творческих успехов и полных залов. Для вас, от нашей кухни, для вашего дивана, исполню песню «Щебетала пташечка». Thank you.
куполами белоснежными. Осипуки тропи русами, разнесё деревами стога босими. Щебетала пашечка під віконечком, сподивалась пташечка весну сонечком. С праздником, друзья! Да, ребята просто смотрели другой вариант твоего видео, где ты говорил много-много, который Ваня зарубил. Да, действительно, Алексей немного занимался у меня на гармонии, чем я очень рада, и вообще рада знакомству с этим человеком. Благодаря ему, в том числе, у меня появилась красная гармонь, поэтому спасибо тебе, Лёша, за поддержку, любовь к гармонии, твой энтузиазм, у тебя только поучиться можно тому, сколько ты занимаешься на инструменте, и вдохновиться, поэтому спасибо, дружище. Браво, какой приятный голос. Очень понравилась песня, скажи, красивое исполнение. Браво. Песня замечательная. Пенза. Замечательный ученик Ульи Васильевны. Браво, Алексей. Галина Малышева написала. Браво. Ну и так, следующий номер нашей программы. Ванечка очень попросил передать привет Зименковой Людмиле Николаевне. 15 июня ей исполнилось 69 лет. Исполнится еще. А, еще, да? 12 июня. Исполнится. Мы вас сердечно поздравляем с этой датой, пускай наперед. Это наша поклонница. Она приезжала к нам из Новгорода на концерт. Нет, в Новгород. А, в Новгород. А, в Новгород написано. Все правильно, Вань, прости. В Новгород на концерт. Откуда приезжала? С Москвы. С Москвы. Вот так вот люди ездят за нами просто по всей стране, из одного города в другой. Есть такое, да. Да, и она очень просила спеть песню. Вы строго не судите, потому что мы только сегодня ее попробовали спеть. Я... Оренбургский... Ну, ее точно знает все. Пуховый. Да, марта. Можно подпевать, пожалуйста, мы будем только рады. Дорогая на плечи, Оренбургский.
самого доброго, наилучшего. Браво, браво! Вероничка, Олечка, красиво, только без слез. Без слез, сегодня без слез. Песню эту пела Зина Людмила. Да. Спасибо, Вероника. А, идем какой-то комментарий прочитать. Ты убежал. Может, я зачту, Свет, не видите? Ее нет. Света, тебе не надо худеть, у тебя все и так прекрасно. Свет! Да, ладно, ставьте ее. Мы ей расскажем. Ну что, следующий привет? Да. Можно я делаю одно? У меня тетя просила махнуть рукой. Да я в пижаме, я махну. Махни, Ариночка, рукой. Не, а давай, Сереж, ты мне так... А-ла-ла! Так. Вы думаете, там робот? Нет, там живая Арина. Да, мне просто нравится, когда Ваня ВКонтакте от моего имени ставит лайки на комментарии, потом у меня просто добавляются все друзья. Девчули, бальзам на сердце, спасибо за оренбургский платок. Вероничка, ты Людмила Зыкина в новой реинкарнации. Конечно, обязательно. Ну что, Вероник, тебе тогда осталось серьезная доля передать привет? Да, сейчас будет такой интересный очень привет от наших друзей. Я думаю, что все вы их узнаете. Это ребята, которые из Ярославской области. Они сейчас все сами, наверное, расскажут, да? Да, все. Дорогие, ансамбль «Доброяр» из Ярославля поздравляет ваших и наших зрителей с замечательным праздником. С Днем России! Ура! Ура! С уважением и любовью, ваш Доброяр! Дорогие наши пташечки, ансамбль «Доброяр» из Ярославля поздравляет ваших и наших зрителей с замечательным праздником. С Днем России! Ура! Ура! С уважением и любовью, ваш Доброяр! Дорогие друзья! Суровцевых, Жигаловых поздравляет вас с Днем России! Мы желаем вам здоровья, мирного неба над головой и семейного благополучия. Любите друг друга, берегите друг друга. С Днем России! Моя наша русская земля, про тебя ли мы поем, честь и славу воздаем, ой, е-е-е-е, про тебя ли мы поем, честь и славу воздаем. Соколы мои славные сыны, сохраняйте дом родной, дом родной, защищайте край святой. Россиюшка моя, слава
десятки. Простите меня, что я там два раза запустила привет. Немножко переключила меня. Ну ничего страшного, два раза привет. Но очень красивый, да, там столько семей привлекали. Огромное спасибо, дорогие, всего вам доброго, новых творческих находок, красивых песен, а мы уж всегда готовы вас слушать и наслаждаться. Спасибо. Федора Халяпина. Молодцы, ярославцы, написала Валерия Журавлева. Здравствуйте, очень люблю ваше творчество, слежу за вашими эфирами, но не помню, где услышала в вашем исполнении песни из кинофильма «Течет, исчезает...» О, тени. Тени исчезают в поле. Не могли бы вы ее исполнить? Девичьи советы? Нет. Ребят, если мы выживем... Молодцы, Елена Гуляева бы порадовалась. Песня популярна среди народников. Мы тоже сначала хотели ее записать. Да, кто внимательно, эта песня была у другого ансамбля в начале. Так получилось, да. Для нас неожиданно, но... И красивый клип сняли Доброяр. Сохраняйте мой дом с традицией. Надеемся, что Елена тоже запишет когда-нибудь нам что-нибудь интересное для привета. Слава Доброяровцам! Мы ей напомним, если что. А вам Владимир Бурга призвал? А это Челябинский, да, Челябинская область. Из Челябинской области и Митрофан. Да, привет, привет вам. Владимирчик, есть к вам разговор. Ух ты! Ну что, следующая песня? Интересненько, да. Это, наверное, тоже премьера, да? 95 лет мы уже зачитали, поздравили великого... Еще одна премьера. Это очень дорогая нам песня только потому, что в этом селе проходила наша с десятками первая экспедиция. Село Козеревка, Большесолдатский район Курской области. Я вам скажу одно. Это было незабываемо. Это было лучшее. Мы вспоминаем это до сих пор. И будем еще вспоминать. Прошло уже почти 10 лет, а мы до сих пор просто умираем по тому времени. Нам бы сейчас этот домик, вот эти мотоциклы под окном. Душ на улице из ведер. Ой, красота. Туалет без крыши. Ну что, поем? Спасибо тебе, дорогой мой. Ой, горе мое, горевание, все тяжелое вздыхание. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Ой, ой, лёли, лёли, да лёли. Тяжелая вздыхания, поперед меня горе родила. Все я лёли, да лёли, да лёли, али ой, лёли, лёли, да лёли. Поперед меня горе родилась, на мою голову навалила. Все я лёли, да лёли, да лёли, али ой, лёли, лёли, да лёли. На мою голову навалилась, на мое сердце ретивое. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Али ой, лёли, лёли, да лёли. На мое сердце ретивое, на мое счастье, на плохое. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Али ой, лёли, лёли, да лёли. Отдала меня батюшка замуж, да далеко, далеко за речку. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Али ой, лёли, лёли, да лёли. Далеко, далеко за речку. За того парня, за Васютку. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Али ой, лёли, лёли, да лёли. За того парня, за Васютку. Васюточка малая, малая, невеличие. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Али ой, лёли, лёли, да лёли. Васюточка малая, малая, невеличие. Ой, беленький, круглоличие. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Али ой, лёли, лёли, да лёли. Он и беленький, круглоличка. Поздно вечером Васютка приходит. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Али ой, лёли, лёли, да лёли. Поздно вечером Васютка гуляя. Он и ночь в бару прибывая. Васютка усходя. Ой, лёли, да лёли, да лёли. Али ой, лёли, лёли, да лёли. На
крылечко, Васютка, усходя, за колечко Васютка берется. Ой-ле-ле, да-ле-ле, да-ле-ле, ой-ле-ле-ле-ле, да-ле, ой, за колечко Васютка берется. А на то я было забитое. Ой-ле-ле, да-ле-ле, да-ле-ле, золотое было завитое, завитое было золотое. Ой, алёли, далёли, далёли, алёли, 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 далёли. Курсани поют рефрен. Да. О, почти. Давайте еще раз. Анатоя было завитое, завитое было золотое. Вот, вот так. Просить хорошо. Там еще просто есть текст. Да. Еще есть текст, мы его зачитаем. Мы его не разобрали на самом деле. Одни ногой открывая, а другой ногой закрывая. Поперек кровати ложиться, вот поперечные вот речи заводя. Раздень ты меня, разобуйся, а шире чего растянися, мы не поняли. В общем, Васютка-то непростой оказался. Нет, ну а что, все по делу. Одной ногой? Так отрежь. Все правильно, золотое кольцо принес, девочку что? Одной ногой дверь открывает, но поперек ложится, понимаешь ли. Главное, что с кольцом пришел, брат Мира. Замуж взял, узял, все. Узял. Да, мы молодцы, что сориентировались. Я такая смотрю в глаза, думаю, господи, кто меня услышит? А я решила, что так будет просто завершенней. Ну ладно. У нас на очереди следующий привет, как раз таки, как пример приветов, которые мы от вас ждем. Да. Всем привет, меня зовут. Передаю большой привет ансамблю «Пташица». Лия, поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, большущего счастья и огромных творческих успехов вам и вашему коллективу. Девчонки, Вероника, Светлана, у вас отличные прекрасные голоса, вы сами такие красавицы, особенно Светлана, я ваш самый горячий поклонник. Серега Лебедев, большой тебе привет. Тезка, прекрасно поешь, спасибо тебе большое. Иван, Илья, к вам маленькая-маленькая просьба, вот такая. Я подписчик вашего канала, и если бы вы могли бы небольшой видеоурок на гармонии, совсем малюсенький, простенькую, плясовую там показать. Баян-то я научился играть на баяне, в музыкальной школе научили. Но вот гармоника, ну, гармоника хочу научиться. Хочу. Вот, поэтому немножко для чайников, так сказать, совсем чуть-чуть. Если на вашем канале вы запишете небольшой такой урок, то я вам скажу огромнейшее-огромнейшее спасибо. Еще раз большой привет ансамблю «Пташица». Нахожусь я в Ханты-Мансийском автономном округе. Привет вам из ХМАО. Сам я из Башкортостана. Привет вам и из Башкортостана. Организация наша УПНП КРС Самарская. И от Самары вам огромный-огромный привет. Я, по-моему, раньше переключила, простите. Просто я не слышу звуков в реальности. Привет! Спасибо! Спасибо большое! Привет вам всем! Спасибо! Тезка. Мое? Да. Не буду кудрица милиться, не буду кудрица мивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудрица мивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудрица мивать. Не буду с ним я знакома, не буду милым. Сошью кофточку по моде, кружевом отделаю. Ой, Дуся, ой, Маруся, кружевом отделаю. Ой, Дуся, ой, Маруся, кружевом отделаю. Но его любить не стану, хорошо я сделаю. Ой, Дуся, ой, Маруся, хорошо я сделаю. Ой, Дуся, ой, Маруся, хорошо я сделаю. Милого
еще одну можно вставлю? Можно. Давай. Залетаю на вечерку, обхожу веселый круг. Вижу, Милка занятая, троска выпала из рук. Нина Яковлевна мне подарила. Рановато. Почему? Да. Ну, лет через 50. Тростка. Тростка? Да когда они раньше с палкой ходили на вечерки драться. А, да? Да? А ты про что подумала? А это старая. Не ковырялочка ведь, тростка. Браво, браво. Мы не поняли просто. Да. Мы с вами не прощаемся. Все да. Мы, да, мы знаем, что... До свидания, еще не поем. Лия сегодня в ударе. Совпали, да, с тобой? Она всегда такая. Светаешь? Сегодня ты сегодня. А что ж ты читаешь? А я сегодня нежная, я напомню, пожалуйста. Вероника, Света сегодня цветет, а ты цветешь как всегда. Пожалуйста, можно? Можно я как пьедестал будет мой сегодня? Хорошо. Кстати. Что? Простите, пожалуйста. Знаешь, там очень странно выглядит, когда ты смотришь. Кстати. Откроем такую тайну небольшую. Мы к записи нашего диска привлекли одного замечательного музыканта, у которого сегодня, кстати, день рождения. Поэтому как бы мы поздравляем нашего друга. Каджимурат, спасибо. Каджимурата, который подыграл нам на барабанах. Под желание тебе вот эту песню. Да, помог нам сделать терские частушки десертскими. Терскими, да. Студии. Поэтому да, здоровья тебе желаем, счастья. И все, и будет у тебя вот это вот. Начнется. Там пушка. Там просто будет. Пушка. Пушка-бомба. Крутая пушка-бомба. Слушаю вас, дорогие. Спасибо, с днем рождения. Радоваться. Какие вы талантливые, какие певучие голоса России. Здоровья вам всем и радости. Низкий вам поклон. Татьяна Горбатова написала. Артем Крутов спрашивает. Лия Брагина, я надеюсь, ваш муж много вам комплиментов делает? О, конечно. Отвернулся. Меня здесь нет. Муж, скажи. Это он рулит камерой. Да. Достаточно. Вот видали, каким строгим мужчиной я живу. Достаточно. Мы подконсовывали всей компанией наши домашние животные, танцевали на задних лапах вместе с компанией. Всем добра, радости. Спасибо вам огромное за приятные комментарии. Супер, танцуйте, мы стараемся для вас. Мы тут могли бы танцевать-танцевали, очень честно. Ну что, мы немножко выдохнем. Еще один небольшой привет от автора-исполнителя. Да-да-да. Из Воронежской области. Да. Да, если что, они будут за кадром, там просто голос, чтобы сразу понимали. Так, ну что, ребят, немножко выдохнут. Мы тоже будем слушать. Еще. Приятно. Дорогая пташица, привет вам от любителей русской песни и почитателей вашего таланта. Мы из города Воронежа и, конечно же, хотим поздравить вас и всех зрителей с Днем России, нашей любимой Родины, и представить вашему вниманию одну из песен, которую пишет Анна Осовицкая. Называется она «Деревенский вальс». Thank you.
Чай на столе пахнет травами, сеном стогов и дубравами, липой в цвету за околицей, чем-то еще, что не вспомнится. Чай на столе пахнет травами, сеном стогов и дубравами, липой в цвету за околицей, чем-то еще. Еще раз добавляю. Спасибо! Спасибо большое! Спасибо! Рады знакомству и дружбе! Да-да. Опа! Опа! Замечательная опа. Песня исполнителя Сашицы Шкапилку Дарья Зотова написала. Замечательно! Браво, Анна Степановна! Душевная песня. Я плачу, Вероника, с ума сойти, как красиво. Ком в горле. Я не знаю, про какую это время. Аккордеон мой любимый сразу вспоминается. Музыкалка Ностальгия. Сама, наверное, уже не сыграю. Галина Пан написала. Спасибо, дорогие ребятушки. Ну что, следующая песня. А следующую песню, и будет еще один сюрприз, мы посвящаем снова моей дорогой маме, у которой сегодня день рождения. Мамуля, Таня, с днем рождения! Рождения! Я знаю, ты ее любишь. С гулянки я шла. С гулянки я шла, торопилась я, а дождик не брызнул лицо. Экспресс-вариант. Новая версия. Маму, с днем рождения! С днем рождения! Радости! Татьяна Брагина, поздравляю с днем рождения! Тетя Таня, будьте здоровы! Самое главное. Детей вырастили. И еще одна премьера. Премьера. Премьера из премьер. Посвящение мамочке. Мама очень просила давно спеть мне эту песню. Еще тогда, когда не было нашего коллектива, мне кажется. Сереж. Даже. Вот. Что, тетя Таня не знает? Нет. О, для нее будет сюрприз, тетя Таня для вас. Вот, она мне все время говорила, ну хоть бы ты спела эту песню для меня. Вот, мам, наконец-то я такая вот плохая дочь выполнила твою просьбу. Сама все услышишь. Поехали. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту,
живу. Ну и пусть будет нелегкий мой путь, тянут ко дну боль и груз, прежних ошибок груз. Но всем моим бедам назло вовсе не так уж плохо. Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит, и мысль дней и прочь. Может, обрету. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и груз, прежних ошибок груз. Спасибо, ребятки, спасибо. Это кавер, наш плод. Мамочки, спасибо. Без слов. Тебе. Всем нашим бедам назло. Вовсе не так уж плохо. Поздравляем Лию, ну, маму, с днем рождения. Здравия самых наилучших пожеланий. Спасибо, что вы такой замечательный, талантливый девочек. Браво, супер, девочки, голубца, очень... Кайф. Пташки, вы можете все. Алексей Зелентьев написал. Да. Ребята, ваш плод — это ваша дружба и семья. Точно. Наше признание и любовь. Спасибо. Лидия Харламова написала. Спасибо большое. Спасибо. Навеяло воспоминания молодых лет. Немного грустно, но очень приятно. Любовь Бурыкина написала. Ну что ж, а у нас еще есть следующий привет.
из города Санкт-Петербург, между прочим. Пушка, бомба, класс! Я еще, давайте немножечко притормозим. Давайте. Один маленький комментарий, который для себя выделила. И ребята, отношение такое дело. Пока смеха панорама. Я вот на это, друзья, все гляжу. И гляжу. Думаю, может, не пойду я замуж, это серьезно. Сроду. Ну, вообще. Там Александр Бегов, кстати, писал. Арина, вот на камеру не показывается, а я нашел фоточки в соцсетях. Вот так вот. Красивая очень. Конечно. Да, она у нас такая. У нас некрасивых нет. Ребята, сегодня очень хорошая трансляция, хорошая видимость и слышимость. Все сегодня такие красивые и душевные. Мы вас очень любим, часто смотрим и ждем с концертом в городе Истра. Любовь и Андрей. Ребят, это все благодаря вам. Дорогие зрители, это все благодаря вам. Микрофоны, камера, звуковые спасибо штуки. Спасибо за вашу финансовую штуки поддержку. Все проекты рождаются. Не устанем вас благодарить от всей души. Правда. Да, с мир по нитке и каждый рубль, который... Ты что, плачешь? Нет, что? Вести глаз просто. А каждый рубль, который вы присылаете, и не только рубль, приходит из-за границы очень много-много-много тоже презентов. Только что от счастья. Они вкладываются, и у нас есть огромные задумки пригласить коллективы к нам и устроить большую трансляцию. Онлайн трансляцию с большим количеством наших друзей. Да, но нам нужна точно спонсорская поддержка, потому что, ребята, артисты сейчас... в, скажем, в трудном положении, затишье финансово. Но это правда. Да, и проезд до места встречи, ну, питание, проживание, это все очень. Мы откроем одну маленькую тайну, может быть, я это сделаю зря, но мне кажется, зрители это очень порадует. То, что мы хотим сделать этот концерт новогодний. Голубой огонек. Вы хотите голубой огонек? Да. Мы очень хотим. Например, с Александром Калина. И не только. С Александром Поляковым. Да, вот мы его уговорим, мы вам обещаем. Он уже почти согласен. Да. Мы уже все продумали, остались только согласие артистов и финансовая поддержка, потому что это очень важный момент. Когда следующий эфир, спрашивают? Завтра. Не, ну слушайте, там в блокнотике столько всего написано, что да. Можем не расходиться, в принципе. Завтра тут заночуем, завтра придем следующий. Кондиционер, да, ну пожалуйста, организуйте. Запросики. Ну, на Новый год, я думаю, что точно будет прохладно. Да уж. Так что в Новый год встречаемся, а обо всем следите за новостями. Мы, честно, не можем спланировать даты. Вот я знаю, что Дмитрий Ващенко выходит по пятницам, да, но у нас пока нет такой возможности четко спланировать. А Света меня не любит. Тебе там пишет. Александр Пермяков написал. Хотим не голубой, написал Василий Белков. Александр Пермяков. Хотим не голубой, но... Ну, хотите желтый. Назовем его по-другому, но... Формат вот в новогоднюю ночь вместе с нами, и мы вместе с вами. Ну что, привет, следующим! Да! Ура! Следующий. Дорогие девчонки, пташица, привет вам от фольк-шоу группы «Колесо» из Санкт-Петербурга. Мы поздравляем всех наших соотечественников с замечательным праздником! С Днем России! Ура! Принимайте наш музыкальный подарок. Заводи! От Волги до Енисея, леса, коса, горы до степи, Россия, моя ты Россия, от Волги до Енисея. Я льется рекой от Волги до Енисея, ногами не счесть километры. Россия, моя Россия,
от Волги до Енисея, от Волги до Енисея. На Даре не счесть километры, Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. Речною волной здорово играется. Сторона моя, родная Русь, приветятая. Песня звонкая, шальная, с грустью венчаная. От Волги до Енисея ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея, от Волги до Енисея, ногами не счесть километры. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. Е-я, Россия, е-я. Горы да степи, Россия, моя ты Россия, от Волги до Енисея. Спасибо большое, девчатам, шоу, фольк-шоу-группа «Колесо». 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 Да, мы с девчонками познакомились на проекте «Новая звезда» и жили в одном городе, но друг друга практически не знали. Поэтому спасибо этой программе за то, что свела нас с вами, дорогие девчонки. А мы пересекались, по-моему, на каких-то площадках где-то, когда в «Узорице» я пел. Точно. Квинтет классный. Классно, стильно, молодцы, девчата, Питер, браво! Да! Браво! Спасибо! Полна наша Россия талантами, всем, браво всем! Сколько же на Руси талантов не счесть, это точно! Даже наш сегодняшний эфир это показывает, ведь столько, ну просто если бы нам еще прислали, то мне кажется, мы бы здесь сидели вообще до утра и не смогли бы выйти. Но мы честно не покажем все видео, которые нам прислали. Да. Мы этот проект повторим еще не раз, поэтому вы видели, в каком формате нам присылают. Да. Мы очень просим, чтобы именно специально были записаны видеозаписи, да, к этому, потому что это такой какой-то домашненький, уютненький проект нам получается. Нам так приятно. Да, такое чувство, что все таланты в Питере собрались. Но не только, посмотрите, у нас был и Воронеж, да, и Краснодар, и Ярославль, кого там только не Во было. Во всей России. И не только Россия. Дашься без антракта сегодня, но мы же выходим. Да, сегодня без антракта. Мы же уходим на антракт. Маленечко отдыхаем. Ребята, не обращайте внимания, да я нервничаю. Еще один момент уточню. Спрашивали про реквизиты. Реквизиты есть под видео ВКонтакте, есть под видео в Ютубе и под у Лины реквизиты, у Вани, но это все идет в общий счет. Есть Яндекс деньги электронные, есть PayPal для тех, кто из-за границы переводит. Мы очень ждем. В «Одноклассниках» я сейчас перешлю. А у нас следующая премьера сегодня. Мы подготовили для вас много интересного. Песня, которая называется «Черный ворон», но версия не классическая. Черная ворон, друг ты мой до залетной, ай, где летал так далеко? Черная ворон, друг ты мой до залетной,
Мощно. Выдохнули. Мощно.
Ох, молодцы, ребята, это ваша песня «За души берет, душа радуется, любовь». Очень красивая песня, спасибо вам. Мне как понравилось, какая у нас была кульминация в середине. И сказочные дивы подпевают длинным богатырям, даже Сережки, как жар птицы перо, у Светланы особенно, Калина Панца. Серега молодец. Спасибо. Сереженька, котик. Сережа молодец. Сережа молодец. Мы его любим. Два Сережи молодца у нас. У нас следующий привет. Просто уже стучится в двери. Пишет вам и другие люди. Любимочки, все вам доступно. И русские, и украинские, и казачьи песни, и акапельные песни. Душу тронули. Спасибо большое за такой замечательный концерт. Мы стараемся, спасибо вам большое за добрые слова. Черного ворона. Слышу впервые, спасибо, Сергей, браво. На здоровье, на здоровье. Какое переплетение голосов. Привет, привет, у нас следующий привет. Товарищи северяне, на связи. И это нам на сегодня последний привет. Но какой привет? О, ребят. Привет, пташица! Для вас Сергей Сметанин везут молоду! Талантливые, просто невероятные. Сергея Громова. Да. И Володя. Володя, не знаю, есть у тебя есть канал. Есть Володя, пора завести. Заводи канал. Да. Вань, давай, что у нас там? Парни в синей футболке, гармонь жили. Заметьте. Виртуозы. Не, она у нее не такая. Она у нее другая. Заметьте, у нее там много очень кнопок. У него ноу-хау гармонь. Такой нету ни у кого. Хау ноу. Ой, забыли. Да, кстати, она И еще одна премьера для вас. Для только вас. Для вас и для нас. Для всех. Ой, да ты сибирская сторонка. Ой, да вы сибирские края. Там осталась моя девчонка. Мне
Возвращайся, Ваня, поскорее. Пусть они помашут мне в пелене. Возвращайся, Ваня, поскорее. Скоро, скоро, скорый поезд грянет. Песня на вокзале прозвучит, и последний раз девчонка глянет, когда сибиряк меня пошлет. Ой, да, и последний раз девчонка глянет, когда сибиряк меня пошлет. Хороша уральская сторонка, хороши уральские края, хороша уральская девчонка, у сибирской сердце горячее. Хороша уральская девчонка, у сибирской сердце горячее. Хорошо я, братцы, поработал. Хорошо я, братцы, погулял, но забилось сердце одиноко, по своей сторонке заскучал. Ох, а я залез в зеленые вагоны, да скоро будет время. Кончились все мои запасы, даже чаю не на что купить. Кончились все мои запасы, да даже чаю не на что купить. Проводник девчонка молодая, а вдруг увидела мои глаза и поняла, что тут такое дело. Я с улыбкой чаю налила, и поняла, что тут такое дело. Да и с улыбкой чаю налила. Сейчас. Играй, играй, Ля, играй. Просто легко, уже буду пересматривать. Спасибо. Наталья Двоеглазова написала: как же вас люблю, мои хорошие бриллианты наши, Вера Сазонова. Дмитрий еще написал: молодцы, спасибо за ваше творчество, Анна Худякова, спасибо за новые песни в эфире. Ура, 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 ура. На дискотеках тоже играете? На дискотеках? No. А еще момент, что вам нужно на ногой, у нас тут эти сползают в мой окна. Да? Да, да. Подслушивают они, наверное, на трансляцию приползли. Высотники, монтажники. А мы монтажники, высотники. Вот. Не вижу. Не видно, да. От моих... Ага. Каких-то нет. Как? Горьких. А мы горьких. Монтажники, высотники. Она да! Все ползет, ноги пляс. Вам шлем привет. Шлем привет. Из головы вылетел, что хотела сказать. Пожалуйста. Кстати, дай мне эти высотники. Первое, что хочу сказать. Был вопрос, можно ли размещать ваши видео на своих страницах? Можно, но при одном условии. Если это не полноценная видеотрансляция, вы берете, копируете и заливаете где-то себе на свой канал YouTube, да? И если вы делаете нарезки наших видео, мы не против, мы только за то, что вы популяризируете нас и вообще народную песню, гармонию и так далее. Но мы очень просим указывать верные имена. А то у нас тут недавно Иван Разумов оказался Сергеем Разумовым. А я Лилии. Лилии Брагиной.
или вообще без слов, что этот гармонист или эти ребята поют классно, без ссылок, без каких-то оригинальных ссылок на оригинальные источники, вы просто вводите в заблуждение людей. И мы на это очень ругаемся, и я лично блокирую. И у нас есть несколько человек, не один, не два, уже там несколько человек, которые, наверное, как раз-таки ставят дизлайки, которым прилетело за то, что они... вот именно таким образом. Но если вы берете ссылку и просто ее отправляете друзьям, мы только за. Выставляете себе на стену. Мы вообще просто расцелуем вас. Да. Пожалуйста, единственный момент. Оригинальные имена и ссылки на оригинальные источники. Нас, да, мы просим немного. Да, мы просим немного, просто чтобы были указаны ссылки на наши каналы, чтобы люди могли посмотреть что-то еще и знать, как нас зовут. И подписывайтесь. Как зовут наш ансамбль хотя бы. Да, подписывайтесь на наши каналы. Подписывайтесь, смотрите, кто сидит в Ютубе, особенно на Вайном канале, кто сидит в ВКонтакте, там есть ссылочки на канал Светы, Вероники и Сергея. У них уже больше 1000 подписчиков, я смотрю. Да. Ура! Ура! Ванька Разумова осталась немножко до кнопочки. Круто! Будем отмечать! Обязательно. Но я узнала, что кнопка идет чуть ли не до 1.5 лет. Да, она очень долго идет. Серьезно? Она же из Америки. Из Америки, но кто-то по полгода... Слушайте, факт. Главное, факт. Мы нарисуем сами эту кнопку. Деревянную выберем. Сделаем. Покажем. Деревянную ты уже заработал. Из свинца зальем, отполируем. Ну что, я предлагаю... финалить, вершить. Молодцы, девочек, улыбки прямо завораживают. Пишут вам спасибо большое за премьеру. Народ все ползет. Ребят, спойте, пожалуйста, белым снегом. Очень просим вас. Жара на улице. Жара на улице. Давайте лучше желтым солнцем. Татьяна Брагина пишет. Ликусик, ты очень хорошая дочь. Я тебя очень люблю. Ребята, спасибо за песню для меня. Вы лучшие. Обнимаю вас, мои дорогие. Бабусик, ты у меня тоже самая лучшая. Ждем вас на Всем Новый год. Всем родителям привет. Я знаю, что мои смотрят. Спасибо большое, мои что тоже вы пишете. Смотрят. Мы мечтаем. Мы мамы наши и папы, мы мечтаем собрать вас тоже на Новый год. Это наша мечта, что мы все приехали. Готовьте отпускать нас. И голубой огонек там написали уже многие. За. Мы тоже за. Ссылочки там на финансовую пожертвования. Дорогие друзья, наши коллеги, огромное вам еще раз спасибо. За участие. Это дикое удовольствие было смотреть вас. И еще больше приятно показать вас другим, потому что вы все молодцы. Спасибо вам большое. Мы вас любим, вы прекрасные, талантливые. Мы очень рады, что у нас такие замечательные друзья. Да. Спасибо за отклик. Ну и гимн «Пташец». Не орали, позабыть печали, нам ведь, братцы, своя гайма. Вспомнил, как мы на Руси гуляли, значит, время в гармонию руки брать. Yeah.
вами был ансамбль «Пташцы» из города Санкт-Петербурга. Ура! Подождите еще раз одну секунду. С вами был ансамбль «Пташцы» из города Санкт-Петербурга. Пташица! Ура! Всем спасибо за прямой эфир. Ура! Что были с нами?